18 января для всех тех, кто связан с нашим вузом, особенная дата. Ведь именно в этот день, в 1967 году, приказом министра просвещения РСФСР был создан Башкирский государственный педагогический институт, далее наш педагогический университет имени Акмуллы. Зародившись, наш институт, университет сразу заявил о себе как одном из ведущих образовательных учреждений не только нашей республики, но и всей страны. Сразу попали в первую категорию педагогических вузов СССР. И сегодня мы продолжаем этот путь, входя именно в эту первую категорию. Сразу наши студенты заявили о себе как о самых активных, как о самых любознательных и о тех, кому интересна и наука, и практика. И сегодня мы продолжаем этот путь, и наши студенты ежегодно, ежедневно доказывают свое преимущество, свои притязания на то, чтобы стать и называться лучшими среди педагогических вузов нашей страны. Был тяжелый путь становления в части профессорско-преподавательского корпуса, ведь надо было заново собирать. Надо было заново собирать тех, кто будет двигать науку, кто будет двигать образование в массы. Но это получилось за довольно короткие сроки. И сегодня наши коллеги каждый день доказывают, что они самые лучшие, вкладывая душу и сердце в каждого студента, отдавая себя самого науке полностью и без остатка. Так получилось, что педагогических вузов не так много в нашей стране, и сегодня за нашим университетом, кроме нашей родной республики Башкортостан, закреплены еще ряд регионов Российской Федерации. Но не только в этих регионах, но и во всех остальных о Башкирском педагогическом университете говорят с гордостью и с уважением. Спасибо вам, уважаемые коллеги, дорогие наши студенты, за ваше служение образованию, за ваше служение просвещению. И, конечно, самые теплые слова хочется адресовать нашим ветеранам. Ведь благодаря именно вашему труду, именно вашей заботе наш университет имеет прекрасные стартовые возможности. И в последние годы мы не просто участвуем, а побеждаем во всех федеральных проектах. На 2024 год мы ставим перед собой амбициозную задачу войти в программу «Приоритет-2030», ведь наш университет этого заслуживает. Уверен, что общими усилиями у нас это обязательно получится. Дорогие ветераны, дорогие студенты, уважаемые коллеги, я от всей души поздравляю вас всех с днем рождения нашего университета. 2024 год в России объявлен годом семьи. Я уверен, что наш Акмолинский университет еще более сплотится в решении поставленных задач, потому что наша семья Акмолинского – одна из самых крепких, самых надежных и самых дружных. Барагадала университетен туган күнен ихлас, кутлайм, хурметли дустар, кадерли ветерандар, хам бездэн студенттарбыз.